министерства информации Александр Владимирович, вокруг встречи Савченко с вами в Минске Ответа никаких договоренностей не было достигнуто, но важен сам факт того, что это сейчас состоялось. Почему? Потому что я надеюсь, что Минск это поможет сдвинуть с места точки в процессе. По поводу Савченко, действительно, это следующее, что очень опасный противник и человек, который верит в то, что он говорит, то, что делает. У меня личное впечатление об этом человеке. Продолжение темы, Александр Владимирович, на показанный. Дело в том, что Шевченковский суд Киева вчера вынес решение о заключении полковника Расула Ивана Кривязыкова под стражу на 2 месяца. Это тот человек, который 2 года провел у нас здесь в Крыму, был обвинен в июле этого года. И вот сейчас его СБУ обвиняет в том, что он предатель и каким-то образом сотрудничает с Министерством юстиции. Как вы думаете, вот этот факт может ли повлиять на то, что некоторые наши, вернее, украинские клины задумаются, а стоит ли им возвращаться вообще в Украину, как и страну, где находится правовой беспредел? Ну, вы знаете, я думаю, это будет не то, что повлиять, а это будет одно из маленьких капель, благодаря которым чаша крепления военнослужащих переполнится. И вы сами прекрасно знаете, что у нас многие клины оставались в Москве. Я думаю, таких людей после этого случая будет сразу больше. Спасибо. Еще вопрос. Можно? Да. Александр Владимирович, меня зовут Ирина, я опять задаю вам. Скажите, пожалуйста, вчера при расследовании жителей Подгорного, не намерены ли вы взять под личный контроль факт расследования, поскольку родные пострадавших подводили с МВД-ДНР, используются очень сильно расследования в этом деле? Вы знаете, вопиющий факт преступления вчера произошел. Это в очередной раз показывает, что Украина не контролирует ни вооруженные силы, ни радикальные батальоны, ни радикальные элементы, которые сейчас имеют прикосновение. Всеми силами пытается перейти к террору мирных граждан. И вчерашний инцидент это прямое подтверждение. На самом деле ситуация, которая сейчас разворачивается в Минске и с аналогом на линии соприкосновения, она в тот момент взорвался, и поэтому разговоры о Минске уже не лет и не думают. То есть внуки, которые будут на пункте. Ну, новогодняя ночь, я думаю, что комендантский час будет отменен, как в прошлом году. И вы знаете, в прошлом году это не комендантский час на Рождество. Это не есть такая большая проблема, тем более Рождество это святой праздник, и многие будут находиться в церкви. А сами понимаете, постоять в церкви всю ночь, чтобы это отменять комендантский час. А новогодний это веселый праздник, встретимся, даже к нам еще если вы понимаете под этим словом провокация обстрела Донецка или недоверие к ним военные действия, мы к этим провокациям постоянно. Если вы понимаете под этим провокацией разные там, диверсионные группы, которые пытаются совершить террор на территории Донецкой республики, то к этим провокациям будет, как и в прошлом году, будет усиленный режим вести МВД, поэтому максимально обеспечен безопасность людей. Что могут и получилось? Это представители с подается на республики в Италии. Естественно, с украинской стороны пошли негативные комментарии по поводу, как так дружественная Украине страна, Европа и открыла свое представительство у себя на территории. А что Крым еще остается делать, кроме как негативно к этому относиться? Судьба в Крыме такая, относиться ко всему негативно. Поэтому воспитывается. Это шутка, но на самом деле, понимаете, этот процесс уже необратим. Чехия, Италия, Финляндия. Они могут еще из стран, которые в будущем откроют наше представительство. И эти страны более, наверное, дружественные, чем Украина. А для Украины это будет очередное разочарование. Опять будут к чему-то негативно относиться. Они уже к этому привыкли так относиться. Ну, жут в таком режиме поставить. Еще вопрос. Можно, пожалуйста? Я хотела бы вернуться к вчерашнему расстрелу на жителей дальше. Александр, скажите, будет ли оказана какая-нибудь материальная или какая-либо другая помощь семьям пострадавших, которая обеспечена? Ну, мы обеспечим похороны людей, которые появились в этом инциденте. Но максимально поможем семьям. И все, что касается зависит от государства, мы можем